В этом видео я покажу, как сделать вот такую классную клубничку. Вспомогательные наши инструменты – это круглогубцы, кусачки и плоскогубцы. Для клубники нам понадобится красная и зеленая проволочка. И чтобы сделать белые точки, понадобится иголка с белым. Итак, две красные проволочки разрезаем пополам. Складываем их вместе. Берем еще одну красную проволочку и отмеряем так, чтобы, вот как я показала, чтобы у нас получилось 9 лучиков из проволочки. Вокруг них мы будем плести клубничку. Рабочей проволочкой нужно продевать сверху, снизу каждого лучика, чередуя. То есть обычная техника плетения. Сверху, следующую снизу, опять сверху, снизу, сверху, снизу. И так проплетаем до момента, пока наша проволочка не закончится. После того, как наша рабочая проволочка закончится, мы ее удлиняем и продолжаем дальше плести. Обращаю внимание, что нужно фактически сразу придать форму будущей нашей клубники. То есть немножечко выгнуть надо, вот как вы видите, как я сделала. Важно соблюдать чередование при плетении. Если это правило не соблюдать, то клубника получится некрасивая. Проволочка закончилась, удлиняем ее, так как показано на видео. И вот здесь важно плотно скрутить. И продолжаем плести. Снова удлиняем проволочку. Вот видите, в этом месте была допущена ошибка. Я ее исправила. Продолжаем плести клубнику до того размера, который мы хотим. Еще раз удлиняем проволочку. Уже идем на заужение нашей клубники. Снова удлиняем проволочку. Заканчиваем плетение. Вот это последняя наша проволочка. Мы уже видим, форма клубнички у нас есть. Теперь нужно сделать зеленый хвостик
листик. Сгибаем зеленую проволочку в виде зигзага, чтобы у нас было 5 листиков. Проволочку загинаем, закрепляем. Наших 5 листиков есть. Надеваем на клубничку. И оставшейся зеленой проволочкой закрепляем. Теперь мы будем делать листик. Сгинаем 3 петельки нужного нам размера. Придаем форму. Теперь прикрепляем наш листик к клубнике. Вот таким образом, наматывая на красную основу. Плотно-плотно прижимаем. С помощью круглогубцев заворачиваем края нашей шляпки. Можно делать руками, но круглогубцами это гораздо удобнее. Наша клубничка почти готова, нам осталось сделать белые точки. Для этого берем иголку с белой ниткой и просто прокалываем вот таким образом. То есть не нужно затягивать, просто прокалываем в разных местах, чтобы оставались только белые точки. Вот таким образом. Обрезаем нитку. Клубничка готова. В следующем видео я покажу, как сделать вот эту корзинку для клубники. Подписывайся на мой канал, ставь лайк и жми на колокольчик, чтобы не пропустить следующие мои видео. А дальше будет еще интереснее. Купить земельную проволоку можно, перейдя по ссылке, указанной в описании.